Она ничего не говорила. Хорошо, тогда увидимся. А, и еще хотела тебе сказать. Ты не должна выносить из дома то, что тебе покажется странным или подозрительным. Хорошо, ты поняла меня? Я... Это все странно звучит. Да, я знаю, но ты должна выносить из дома то, что покажется странным. Я тебя предупреждаю. Все, увидимся. Странным. Мне поначалу показалось это странным. Это дом какой-то мрачный, и мне это не нравится все. Что-то это все странно как-то. И куда же она ушла? Мне не нравится это все. И что? Элизабет имела в виду, сказавши, что не выносите из дома то, что покажется странным. И мне это все не нравится. Мне поначалу показался дом каким-то странным и мрачным. Я не знаю, что тут скрывается под этими стенами. Какие-то загадки и секреты. Ладно, я пойду к себе. Пойти. Ладно, я пойду прогуляюсь. Я пойду в новый колледж или институт. И там, я надеюсь, подружиться с друзьями, завести новых друзей. Я очень хочу завести друзей и общаться со всеми. И не хочу никого иметь в жертвах. Я хочу заводить друзей и общаться с новыми людьми. Я просто не хочу быть такой злой вампиршей. Я знаю, что в душе я добрая, и я не хочу делать жертвы из людей. Я хочу заводить друзей и с ними общаться. Жалко, что моя сестра Элизабет этого просто не понимает. Ладно, я пойду прогуляюсь.